думал, что и химия станет для меня скучной. Мне надоело сидеть под землей. Надо... Не понимаю, учитель Сплинтер. Я медитирую всю неделю и не чувствую ни просветления, ни вознесения духа, ни закалять навыки, ниндзя. Давайте пойдем на патрулирование. Я заметил энергетические всплески в нижнем Истсайде. Можно провести сканирование. Это опасно? Чего? Я и не думал, что покой будет таким скучным. Мне не помешают опасности. Ух ты! Ух ты, смотри, Ростеди! Гляди! Я глазам не верю. Фу, стиранка, ты в амбаре родился? Нельзя раскидывать оружие и свое грязное белье! Говорил, что объявление в газете — это пустая трата времени. Привет. Прошу, сядьте, сядьте. Эспрессо! Кофе. Ладно. А это что? Грязные салфетки и стружка с рога? О, это не моя вина. Ты придирался к условиям аренды, и мы за... Капучино. Стреляли в сарае. Никто не сдаст комнату носорогу-мутанту и кабану. Мы на мели. Впору начать перебиваться тараканами и старым кетчупом. Почему они выглядят как Шреддер и тот хлюпик Крэнк, а? Потому что мы и есть Шреддер и тот хлюпик Крэнк, болта! Повежливее! Нужна работа! О, остывай как Снегурочка, товарищ Бибоп! Все под контролем! Вот, полно объявлений! Мы копии знакомых вам существ из параллельной вселенной! И возможно, что вы именно те, кого мы тут ищем. Мы не можем взять этих. Менеджер по продажам, расклейщик листовок, повар на картошку, кабан и носорог-мутанты, секретарша... Стоп, погоди! Еще раз! Этот костлявый! А этот такой раздувшийся, что должно быть он еще больше и неумеха, чем наш Рокстеди! И он написал резюме мелками! Про повара? Ну, я делаю неплохие драники. Смотри, нужны кабаны, носорог-мутанты на временную постоянную занятость. С ума сошел! Они оба идеальны. И мне нравятся фотографии. У Бибопа есть стиль. Да, народ, мы соцпакет гарантируем. Хи-хи! Это же как раз мы. Лучше из лучших. Мы справимся с любым вашим заданием. Ладно, вы неотесанные макаки. Да, извините, старые привычки. Мне... Ты не хочешь сыграть, Раф? Я должу тебе беглезавра. Нам нужна ваша помощь, чтобы запустить технодром на полную мощность. И тогда я получу власть править 10 измерениями. Я уже готов делать что угодно. Я умираю со скуки. Я тоже. Плана Фуд нет, Шреддер упокоен. Не думал, что буду скучать по Крэнгу. Но сначала мы должны проверить ваши способности как подручных. Шреддер, ты уверен, что справишься с этой парочкой? Признайте, в этом городе не осталось злодеев. Это будет как отобрать конфетку у двух огромных тупоумных младенцев.